Алёнушка, иди подарочек получай от Катюши, от своей подружечки и от Анюточки. Катюша и Анюта поздравляют. С днём рождения, Алёнушка. Держи, еще не все. Держи, еще не все. Сколько подарков. Резиночки тут. Мама, хватит не красиво. Шарики забыли. Ой, какая красотища! Еще две заколочки! Какая красота! Больше там нет! Больше нет! Пойдем отнесем. Я отнесу все на стол, дома все распечатаешь, да? Бабочка поехала. Нравится тебе, Алёнушка, день рождения? Алёнушка, нравится? Ой, уехала. Алена, а где твои сандалии? Сандали где? Зачем ты их сняла? Не надо их снимать. Иди, я тебя их одену. Хватит уже, Алён. Хватит. Хватит. Прыгай. Весело, бабочки. Подожди.
Алло, в колпачке. Ой, 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 это кто едет такой? Папа. А, конечно. Давай. Это же за бабочка на корове верхом, а? Катя, бей!
деточки, Саша пришла. Скоро зайдет в двери. Приехала на такси, сейчас зайдет. Жди ее, сейчас подарок тебе принесет тоже. Ну, на море, помнишь, ты с ней отдыхала? И приходила на тебе в гости недавно. Девочка Саша. Вот, смотри. Заходит Саша. Здравствуйте. Мама, привет. Алена любит пепу. Боже мой. А я смотрела, выбирала либо такую купить, либо с качелями. Купила с качелями. Так что... Да, все удачно сложилось. В Фортуне вчера выбирала. Спасибо. Приедет тоже. Костик тебе пришли. Ладно, папа Доти купит. Эй, ты не разувайся, не разувайся. Вот там, Чити, на ножке есть такие штуки. Это Максим плачет, думает, что это садик. Да? Мася, это не садик, это игровая комната. Смотри, там батут есть большой. Картошку? Сейчас я тебе дам картошку. Пицца, пицца. Я не знаю. Саша, где ты садишься, зайка? Возле Леночки будешь садиться? Садись. Вон туда Саша ищет пиццу. Опа. Вкусно, детки? Да. На здоровье. С грибами. Это та. А что, сок такой вкуснячий? Ты кушай сначала, успеешь сфотографировать. Да, Лёва? Что там? Морда чешется. А, цока чешется? А, ничего страшного. Вот бери полотенце. Аленушка, ты покушала уже? Хорошо. Аленка уже убежала. Тетя Пепа. Да, Алена ждет тетя Пепа. Я кусю угадала. Уехала просто совсем. Вылезай. Тра-та-тай. По лестнице. Там нас вообще-то это ждут.